Всем привет, с вами Инженти, и продолжаем мы смотреть сами-серию 11 сезона, третий групповой этап. Смотрим мы за матчем между командами Goofy One и Бомжи в деле. Начинается у нас все как обычно, Best of 2. Либо победа, либо поражение, либо ничья. Ничего у нас пока что не меняется. Следующий групповой этап точно такой же будет, но потом уже плей-офф. То есть еще две недели мы посмотрим за групповыми матчами. Ну а дальше уже будет видно. Команда Goofy забанили Брюмастера и Вайпера, БВД, Деспрофит и Брудмазер. Ну, вот Брудмазер еще не раз мы увидим в бане, потому что, ну, слишком уж жесткий герой. Так, Гуфи забирают Джакира. Джакира, скорее всего, будет саппортом, но посмотрим уже далее по игре. Он также может стать и оффлейнером спокойно. ТХД этот герой такой. Так, я пока открою на втором экране у себя турнирную таблицу, где у нас нули. Ну, чтобы по командам хотя бы немножко рассказать вам. Пока у нас идет пик. Матч группы Б. Goofy против БВД. Команда Goofy имеет статистику 21-14. То есть 21 победа, 14 поражений. Попала эта команда в семи через квалификации, которые проходили в межсезонье. Я даже помню те квалификации. Я их комментировал тогда. Ну и команда БВД, Бомжи в деле, вроде как тоже попали через квалификации. Но у них статистика получше. Побед 169, поражений 125. Вот так вот. Эмбер Спирит из Каврас Мейдж тем временем появляется в пике у команды БВД. Эмбер мидер, понятное дело. Хотя его могут спокойно поставить и фармить. Ну, посмотрим. Скаврас Мейдж. Так, Гуфи. Да, вчера мы видели матч команды Гуфи против... против кого же они вчера играли? Сейчас я вам даже напомню. Команда Гуфи против камбэков играла, точно. Матч закончился у нас в ничью. Да, игра была там реально интересная. Огрмах появляется в пике у команды Гуфи. Вот он, второй саппорт. В принципе, стандартный набор, скажем так. Ничего нового. Шакира и Огр. Ну вот серьезно, в последнее время слишком часто не появляются. Банится Сайленсер. То есть это уже, в принципе, потенциал на какой-нибудь Black Hole. Там... Ну, короче, на какую-то комбину, типа Black Hole, Death War, Демокрапира туда погнали. Ну, либо же на что-то кастуемое. Ну, вот как раз таки тот же Black Hole. Тот же Death Ward. Ну, да ладно. Банится также и Dazzle от команды Бомжи в деле. 5 секунд remaining. Reserve time. И разор. Radiant team down. Может быть Devourer на мид. Ну, посмотрим.
Посмотрим, кого возьмет команда Goofy One. Но пока что у нас бан от команды BVD. Ну вот забанили они Дазла, думают, что Джекира все-таки не будет саппортом здесь. Но все же как-то лучше Джекира пусть будет саппортом, а на оффлейн отправить того же Кентавра. Будет больше профита, как по мне. Фурион. Фурион по фарму чемпион. В этой игре не будет. Отправляется он в бан. Ну и теперь пики. Третий пик команды БВД. Минга. Нужно больше им станов набирать. Стан только у Винги, у Эмбера такое. Просто зацепить. По-другому тут не скажешь. Вот как раз таки может и Кентавр появится в пике у команды Бомжи в деле. Ну, сейчас смотрим мы за Гуфи. Бан Сайленсера был не просто так. Кого они возьмут? Сейчас так Феникс. Бам. Фантомка. Radiant Team Pick. Эта фантомка пойдет, скорее всего, на мид. На мид туда еще виспа кинуть. Было бы неплохо. Серьезно. Вот висп, фантомка на мид. Тогда Джекира пойдет оффлейн. И фармить Согром кинуть, не знаю. Луну, наверное. Рейскинг. Рейскинг. Это керри в Рейскинг. Так, нужно теперь его как-то спасать, что ли? Ну, есть стан Винги и Рейскинга, но этого маловато. Вот все-таки до сих пор мне кажется, что на тяжелую линию команды БВД пойдет Кентавр, если его не забанят. Кентавр реально был бы неплох. Овник. Ну вот с Овником все становится интереснее. То есть как-то более запутанный такой биг получается. Потому что и Джекира, и Овник могут пойти на оффлейн стоять сами, скажем так. А мы переходим к банам. К фантомка. Так, Шторма забанили. Ну да, взяли Омника, то есть теперь получается, что Фантомка у нас пойдет в триплу.
Все-таки, мне кажется, трипла будет Огр, Омник и Фантомка. Как бы я не хотел видеть Джекира на оффлейне, все-таки он туда и направится. Да, вот забанили Кентавра, потому что он тут реально, ну, хорошо заходил в пик команде Бомжи в деле. Ну и теперь придется думать. А что думать реально? Бэтрайдер, хороший пик. Лассо. Вот за Лассо, в принципе, можно будет вырубать какого-нибудь саппорта. Того же Умнинайта. Ну и последний пик команды Гуфи. Мидер или Кэри на линию. Смотрим, 6-5. Инвокер. Фантомка у нас идет на легкую линию. Ну, не в легкую, а в триплу, скажем так. Будет правильнее сказано. Идет в триплу. С Омником и Огром. Инвокер на мид. Джекира на тяжелую линию, скорее всего. Это пока предположение. Но команды БВД Эмбер на мид. Скоросмейдж, Винга и Врейскинг. Трипла, Бэтрайдер оффлейн. Ждем, пока заберут Огра. Так, ну и команда БВД ставится пауза, пока у нас пауза на звук. Алсенг играет на Бэтрайдере, Way to the Sky на Врейскинге, Positive Attitude на Скаврас Мейджа, Кирюша на Винге и 453 играет на Эмбер Спирит. И команда Гуфи, Фейк Сега, Фантом, Ассасин, Левсей играет на Джакира, Антидот на Инвокере, You'll Never Walk Alone на Омнинайте и на ком он будет играть? На Джакира, Джакира, Омник, на Огре. На Огре будет играть у нас Волосатый. Вот так вот у нас распределились игроки. Ну и мы ждем, пока вернется Волосатый. Ой, блин. Да, хочу сказать, что на канале Star Ladder 3 сейчас идет про-серия. Для вас ее комментирует Исаак Квинг. Переходите туда. Ну, либо же можете смотреть через клиент Dota 2 абсолютно бесплатно. Вот он в профессиональных турнирах. Именно в этой кладке. И вот у нас идет игра. Вторая уже, кстати. До этого была у нас игра Клифф против СФЗ. Сейчас у нас играет Pineapple против Dagon 5. Поэтому для вас там комментирует Исаак Квинг. Так что, если что, забивайте на мой стрим, идите туда. А тут посмотрите уже в повторе на канале SLTV Tour. Ну, у нас начинается игра. Фантомка идет наверх. Инвокер на мид. Омник. Омник идет вниз. Ага, это у нас
Омник все-таки. Оффлейн. Ну ладно. Омник идет на тяжелую линию. Тут Эмбер на миде. Бэтрайдер на тяжелую. Ну и снизу трипла с Каверс Мейдж, Винга и Врейс Кинг. The battle begins. Скажет нам диктор через 40 секунд. Пока тут ставится вард. Так. Борьба за руны. Снизу, по крайней мере, сверху вообще забили на это все дело. Так, стан залетел в Омника. Еще тычечка, но не. Тут скажешь, смотришь, так плотно от иллюзий-то подсел. 300 хп у него осталось. В итоге. Не, такое себе. Так, Омник. Что тут делает Омник? Не, Омник уже бежит наверх. Все с тапками на первом уровне. Только может Ignite, Клинок, Fire, Fly и уходит. Трайдер горем пополам, но уходит. Так, Эмбер второй уровень. Инвокер сейчас его тоже получит. Снизу Омник пока что терпит. Сверху очередной Ignite. Firefly уже нету, но в принципе убивать нечем. Лол. Если бы там еще один клинок бы залетел. Клинок 60 урона и тычка от Джакира, то это был бы First Blood. Вот так вот, Бэтрайдер тут 180 хп. Джакира пока вот не получил второй уровень, нужно получить его и вкачать Ice Puff. С Ice Puff'ом будет легче цеплять Бэтрайдера. Тут у нас тычкуются. Ну, вроде успокоились. Liquid Fire вкачал у нас Джакира на втором уровне. Ну ладно. Так, на мини Инвокер покупает себе тапок. Cold Snap. Да, The Tower давит. Fire Blast. Firefly прожимает Бэтрайдер, но этого не хватит, чтобы уйти. И First Blood забирает у нас Мартра. Вот такое вот начало у нас третьего игрового тура. Ой-ой-ой, подставляется здесь Инвокер. Еще и убили Курьера. Связали его, поднимает Митра. Но Инвокер тоже, скорее всего, тут справится в тавернах. Хотя подходит сюда Огр, но он тут долетает. Аркан Болт, Скаверс Мейдж забирает у нас антидота. Так, Омник первым себе делает Soul Ring. Имеется у него Ring of Protection. Вот оно. Тут, может, барабанчики какие-то. Урна. Посмотрим. Посмотрим. У Фантомки фейзы. В Курьере, кстати, хорошо, что ничего не было. То это было бы печально. Так, 453 несет себе бутылку, тут скоро будут фейзы, Огр 400 голды, арканы копит, это понятно.
Баунти забирает Огр, снизу лежит у нас Инвиз. Ну и Инвиз забирает у нас Каврис Мейдж. Да, Фантомка сверху, конечно, осталась на фрифарме, и это не есть хорошо для команды. Бомжи в деле. Битрайдер ушел в леса. По-другому у него, походу, не получится никак пофармить. Тут снизу выход на Омника. Стан, еще один стан. Минус армор. Захиливает себя, но нет. Минус Омник. Рейскинг покупает себе рецепт на Мидас. Ну и Рейскинг, походу, пошел во все тяжкие. Ну ладно. Тут фейзы уже, в принципе, есть. Как раз курьер возродился. Эмбер обузит бутылку. Что он еще, в принципе, может сделать? Так, Джекира, четвертый уровень. Джекира нужно пока что просто стоять, качаться. По-другому, типа, никак. Качать свой Liquid Fire и ломать вот это. Ломать вот это. И дальше уже как пойдет. Мидас появляется у Врейскинга. Ну, не появляется, но его только купил. Ну, собрал. Там будет видно. Ой, хорошо, вовремя кинул на себя репейл. Омник. Сбить нужно. Хорошо, хороший фаербласт вылетел. Ой-ой-ой, это просто разорвало, и Рейскинг без ультимейта, еще тычка залетает, это минус Рейскинг. Сразу куча сейф ТП. Вокер сюда просто пешком прибежал, но, в принципе, успел. Битрайдер отправился обратно на верхнюю линию, он уже с тапком. Фантомка. Фантомка. Барабанчики. Ага, ну ладно. Radiant's bottom tower is under attack. Что с хп у вышки осталось. Так, инвокер у нас собирает первым артефактом Орчит. В принципе, я уже видел инвокера от команды Гуфи. И этот инвокер реально торт. Он реально могет. Так, Огра спалили. Или нет? Вроде как нет. Так, стан Джакира, конкассив шо, сразу на него репейл. Фаербласт в вингу. Чё тут? Айспав. По двоим хороший айспав. Но печатку повесили на Омника. Омник, Омник погибает. Пришел сюда еще и Эмбер Спирит. Скоро смеш погиб от Огра. Джакира пытается сделать тип-аут. Не, связали его. Джакира тоже минус. Драка получилась 2 в 1. Ну и тут. Тут за Огром погоня. Стан у него влепили. Но не убьют. Да, еще не такая сильная, чтобы в соло убивать Огра. Даже если у него нет маны. Фантомка. Барабаны, фейзы. 200 голды, стики, Скайверс Мейдж, тапок. Бетрайдер, тапок, косарь 800. То есть, ну, уже скоро появится у него Блинк Даггер. Врескинг Мидас. Инвокер собирает. Ой-ой-ой, выход на Врескинг. А, нужно сначала. Да, хорошо, дождались, пока взорвется ЕМП. И минус Врескинг. Так, Омни. Ага, Омник первым делом собрал себе Транквилы. И вот сейчас только собирает Солуринг. Ну, нормально, в принципе. В принципе, норм. Так, вышка 700 хп. Сверху не трогали на миде. Ну, тут крипы просто постояли рядом. Ничего страшного.
Нокера появляется первый Oblivion Staff. И вот он, блинк появляется у Бэтрайдера. Теперь можно будет полететь на какой-нибудь из линий, например, вниз. Тут как раз самый экшен сейчас происходит. И кого-нибудь зацепить. Главное успеть. Потому что вроде как что-то намечается. Ой. Такой вард неудачный. Но вроде как пока не палят. Вот, спалили. И все. Так, ну. Все поразбегались, кроме одного Омника. Омник уже с Guardian Angel. Инвокер. 450 голды сверху. Зацепили Огра. Огр отправляется в таверну. Сверху у нас получается 4 героя находятся. Еще один герой находится на низу. На нижней линии. Так, стан, омник, омник, репел и убегает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Скаврес Мейджа зацепили. Че ж ты тут друг один остался-то? Да, провал. Уже все находятся в нижней части карты. Ну так, относительно. Но Омнику решил остаться здесь. Такой себе мув. Так, фантомка. Она у нас вот здесь. Доминатор. Неплохо. Очень неплохо. 71 крип. Да, фарм у нее идет, конечно, хорошо. Омник, Guardian Angel. Омник захилил себя. Репел. Есть репел. Ой-ой-ой, какой критуля вылетает. Минус винга, сбили ультимейт. В рейскингу. ЕМП, колдснеп, минус в рейскинг. Приходит сюда, конечно, Эмбер. Инвокер уходит в инвиз. Вартра продолжает нарезать. Даблкил уже у нас оформляет фейк Сега. Эмбер просто убежал. Посмотрел на все это дело, такой, не-не-не, ребята, я побежал. Инвокер второй, Oblivion Staff. Ну и скоро будет сам Орчид. Стан. В принципе, Омник выживает. Так, лассо. Репейл накинули. Блинк сразу, и Артра выживает. Прилетел сюда еще Джакира. Инвокер тоже нужен. Без инвокера будет не так легко драться. Теперь не более инвокер играет без экзорта. То есть, если что, со страйком он помочь не сможет. Лучше он будет рядом где-нибудь, чем начинать драку без него. Так, Омник Юл собирает. В принципе, очевидно. Еще собирать. Торнадо мимо. ЕМП тоже мимо. Улетает Эмбер. Джебли. Пашер или МКБ? Вот в чем вопрос. Ну, МКБ, в принципе, собирать только ради урона. Бабочку, я думаю, там вряд ли кто-то будет собирать. Вокер, минус Скаврес Мейдж. Там был потрачен Мистик Флэйр, конечно, но... То, в принципе, пофиг. Минус Т1 снизу.
Fortification. Подтягивается сюда команда бомжи в деле. Смоке. Газ полили. Ну и вроде все. Хотя... Орчит покупает. Точнее говоря, собирает себе уже инвокер. Снизу драка, походу, все-таки какая-то будет. Портрау так подставляется нагло. Стан. Нужен репейл. Хотя тут лосо зацепили. Огра. Огр. Огр горит. Да, огр отправляется в таверну. Мартра гонится за Фрейскингом. Фрейскинг в таверне один в один. Стан в Омника. Омник захилил себя. Хорошо захилил. Гвардиан Энджел. Хороший Гвардиан Энджел. И тоже минус Винга. Поднимает ветра у нас Каврасмейджа. Айспаф ЕМБ. Это минус 3. Трипл килл для Мартры. И это Башер появляется сразу же после этой драки. Это будут нападать теперь еще и на Т2. Команда Гуфи Ван. Вау. 100 крипов. У Фантом Ассасин. Визы, Доминатор, Башер. По графикам. По графикам у нас следующая ситуация. Команда Гуфи ведет 7000 нетворса и 4000 экспы, минус Т2, ветра поднимают Вингу, Сайленс, минус Винга, конкассив шот прилетел, но это такое. Еще один став of Wizardry появляется у инвокера, и это, походу, будет форстав. Артефакт реально нужен. Ох уж этот летун. Эмбер. Ну ладно, тут на Рошана заходит команда Гуфи Ван. Ну, если быть точнее, то ее часть. Инвокер. Ветра поднимает Бэтрайдера. Сайленс. ЕМП минус Бэтрайдер. Уже прям бежали сюда Эмбер и Скаверсмейдж, но не успели. В итоге еще и минус Рошан. Эгис забирает у нас Фантомка. Две сто на руках. Сразу улетает отсюда Эмбер. Типа не-не-не-не-не-не. Что-то тут жареным попахивает. Поэтому, ребята, я лучше уйду. Правильно он сделал. Так, тут... Тут урна. Угу. Да, форстав у инвокера. Ну вот он, беда с Уврейскинга. Пока он ему никак не помогает. К сожалению для него. Так, начинается тут нападать на Врескинга. Нужно ЕМП дать. ЕМП дается поздно, но в принципе Сэмбе Роману выжили. Теперь он сюда никуда не улетит. Орчит на нем висел даже. Так вот, для уверенности. Ой, там еще крит вылетел по Скаверсмейджу. Это уже минус 2. Дабл килл для Мартры. Трипл килл для Мартры. Винга тут тоже пытается жить. Ультра килл. Нас оформляет фейк Сега в живых. Только остается Бэтрайдер. Он сюда как зачем-то подлетает. Летает. Минус Т1. Минус Т2. Будет 100% файт рекап. 2900. Ну, грубо говоря, 3 куска получает команда Goofy One Networks. Инвокер забирает вышку. Но это не важно. Мартры 5 кусков на руках. Это просто почти бабочка рейд-кликом. Так, ветра поднимают Эмбера. Эмбер сразу летает на... Ой-ой-ой. Инвокер, кстати, погиб. Но, в принципе, по барабану. Тут даблкил оформляет уже Винга. Минус Фрейс Кинг. Тут
Свингавши просто отключается. Ультракил. И это должен быть Рэмпэдж. Рэмпэдж не дает сделать Рэмпэдж. Вингу ждать будет? Нет. Нет. Good game, well played. 20 минут понадобилось команде Гуфи, чтобы победить на первой карте команду БВД. Для вас эту карту комментировал Ingenti. Небольшая пауза, и мы вернемся на вторую карту. Никуда не расходитесь.